«Школа молодых ученых» – это научный проект министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофора Константиниди. Он одновременно является заведующим кафедрой филиала финансового университета при правительстве России, поэтому в зале, кроме молодых ученых, аспирантов, много студентов, для которых организованы интересные встречи, в том числе с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым и президентом Фонда экономических исследований Михаилом Хазиным. Это люди с большим опытом, то есть это и люди из политики, это люди, заняты в непосредственно в экономике. Мне очень интересно, их было слушать. В прошлом году выступали потрясающие спикеры, и в этом году я ожидаю то же самое. Будущие экономисты уже проявляют себя. Они принимали участие в разработке стратегии развития Краснодарского края до 2030 года. Кстати, работа над ней уже завершена. Документ согласован с Министерством экономического развития страны. А готовилась стратегия с учетом необходимого роста экономики России. Мы предусматриваем 7 прорывных проектов. 5 – это связаны с трансформацией уже существующих наших приоритетов, которые – это агропромышленный комплекс, это перезагрузка промышленности. Есть вот другие прорывные технологии, это экспортно-импортный хаб. Мы говорим о том, чтобы этот проект, который мы заявляем на уровне региона, он стал федеральным проектом, потому что он предусматривает те новые технологии в эту сферу, которых сегодня аналогов Российской Федерации не существует. Во главу угла ставится кадровый потенциал. За профессионалов нынче борьба. И подобная встреча в рамках школы молодых ученых – это и смотр талантов в сфере экономики. Мы сегодня будем обсуждать проблематику современного развития, приоритетов, направлений, ну и тех механизмов, которые могут быть задействованы. Одним из основных направлений, собственно говоря, подготовки молодых специалистов является формирование кадрового резерва, в том числе и для санаторно-курортной отрасли Краснодарского края и России в целом. Естественно, в ходе трехдневных семинаров, тренингов и мастер-классов речь пойдет о курортной сфере. Она основная в экономике Краснодарского края. Одна из панельных дискуссий так и называется «Туризм как драйвер современного экономического развития территории». В Сочи теория будет подкреплена практикой. Студентам покажут на курорте достопримечательности, в том числе образовательный центр «Сириус» и автомузей на автодроме. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.